На тему прозрачности в одной компании сказали, вот у нас такой крутой проект огромный, там целых 60 человек, разбитых на команды, мы работаем по agile, у нас настоящий agile. Я говорю, о, прикольно, а где вы стендапы проводите? А вот переговорки вот здесь, ага, захожу туда, там голые стены, я говорю, а где ваша скрам-доска? Они говорят, ну вот, приходи завтра на Daily Scrum и увидишь. Пришла на 5 минут до Daily Scrum, наблюдаю шикарную картину. Пришел проектный менеджер, он же скрам-мастер, с большим ватманом. Развернул, повесил на стену. Команда отчиталась, что-то там повесила. Потом скрам, Daily Scrum закончился, он его свернул обратно, поставил в уголок. На Daily Scrum развернул ватман, показал и усю.